Приветствую вас. Я сразу же хотел бы обратить ваше внимание на то, что с одной стороны вроде как вы собой недовольны, говорите, что вот я толстая и прочее, с другой стороны вы говорите, что я с собой не ухаживаю, потому что и так хорошо. Ну, я с вами не спорю в этом смысле ни в коем случае, но налицо, как мне кажется, некоторое противоречие, налицо, как мне кажется, некоторая вот, ну, некоторая несостыковка здесь. Итак, по вопросу переедания, что можно сказать важного? В первую очередь это наращивание в какой-то степени некоторых грани, некоторой брони. В первую очередь это наращивание в определенной степени некоторой защиты. То, что вот вы, как мне кажется, пытаетесь сделать. Вот. Другой вопрос заключается в том, от чего, собственно, как бы защищаетесь, да, то есть, ну, если вы защищаетесь, то от чего вы защищаетесь, вот, то есть это как бы защита, это первое. Второе, это то, что человек, который переедает или который много ест, тем более ест там сладкое и так далее, это вопрос о том, насколько человеку не хватает любви, то есть это такое вот оральное поведение, вот, которое пришло к нам из детства, это как бы попытка вот получить какую-то любовь, да, ну, по сути, по факту, он пытается по факту получить эту самую любовь, вот, и мне кажется, что важно вам в этом, ну, по крайней мере, отдавать себе отчет, да, вот, важно замечать, чего вам не хватает, что вы, ну, вот, что вы пытаетесь восполнить через, ну, словно говоря, там, через еду, да, вот, ну, вот вы пытаетесь это сделать, вы пытаетесь так вот, ну, так вот вы пытаетесь восполнить это. Ну, это, мне кажется, важный момент, важный аспект. Достаточно. Вот. Следующее, это то, что в еду, грубо говоря, вы можете убегать. Вот. То есть вы можете убегать в вот как раз в пищу, потому что пища дарит наслаждение, когда вы едите, вы получаете какое-то удовольствие, но вам сложно, например, получать удовольствие в других аспектах, да, к примеру, вот, то есть, ну, как минимум, сложно вам это сделать, вот, как мне кажется, опять же, сложно. И идея здесь заключается в том, что, значит, чего-то вы таким образом избегаете. Вот. Вопрос только в том, чего? Вот, вопрос. На мой взгляд, вопрос такой очень-очень важный. Вот, чего я избегаю? От чего я, собственно говоря, бегу? А, значит, да, какие-то там конфликты. Вот, скорее всего, какие-то конфликты, какие-то вот, ну, противоречия, какие-то сложные моменты могут, ну, может быть, какие-то сложные,
тяжелые моменты в вашей жизни, которые вот как-то вас, ну, так вот, травмируют, да, дезориентируют и прочее. И, соответственно, опять же, в еду вы убегаете. Вот. А, соответственно, здесь нужно смотреть. А может быть история про наказание, когда человек, вот в данном случае, вы пытаетесь себя наказывать за что-то, вот, обвинять себя за что-то, вот. Потому что, например, вы, ну, там, грубо говоря, не соответствуете там определенным, ну, может быть, своим же даже требованиям каким-то. То есть у вас, например, всегда завышенные требования к себе, у вас всегда где-то в глубине души какие-то вот, ну, может быть, амбиции, вот, ну, я имею в виду, ну, по отношению к себе у вас амбиции, вот, и, соответственно, вот, есть такая вот постоянная тенденция к тому, чтобы бичевать себя за то, что вы этих амбиций не достигаете, не удовлетворяете, вот, не можете там достичь каких-то высот, да, и так далее. Соответственно, это вы себя наказываете за это именно вот тем, что значит, ну, тем, что много едите. Следующий момент. Похудение. Похудение — это, ну, вообще изменение всего, да? Вам ведь хорошо, несмотря на то, что, может быть, с этим вы не согласны, да? Может быть. Но вам хорошо. Ну, вы получаете удовольствие какое-то от еды. Вам здорово, вам нормально. Вам нормально. Вот. Но мне кажется, что чтобы, например, вам что-то изменить, реально что-то изменить, нужна мотивация. Для этого нужна мотивация. Вот. А мотивация – это стремление к тому, что вам важно, что вам ценно, что вам нужно. Это мотивация. У вас этого нет. У вас нет такой мотивации. Судя по тому, что вы говорите. Да? И очень важный момент заключается в том, чтобы вам увидеть что-то важное в своей жизни. Сейчас, как мне кажется, ничего кроме вот как раз еды, да, ничего кроме еды, ничего кроме вот этого удовольствия от еды, что само по себе это как бы, ну, неплохо, у вас нет. И вы себя вроде бы заставляете, вы говорите, ну, я должна похудеть, я должна там вот, значит, ну, что-то сделать, я должна, ну, как бы, может быть, вы должны,
Конечно, может быть. Ну так извините, если вам это не важно, если вам это не ценно, если вы сами не чувствуете, для чего это все, если вы не знаете, как вы будете использовать. Вот опять же, вы похудеете, допустим, вы похудеете, а что дальше-то будет? Вот. Что будет дальше, когда вы похудеете? Как вы будете, ну, условно, использовать это? Вот. Ну, то, что вы там, ну, похудели. Как вы будете это использовать? Что вы будете делать? Допустим, вот те же взаимодействия с мужчиной, например, да, вот, ну, вот ваше взаимодействие с мужчиной, к примеру. Я имею в виду своим мужем. Оно может измениться, безусловно. Но если нет личностного контакта между вами и мужем вашим, то что бы вы ни делали, как бы вы ни действовали, вряд ли это изменится. Вот. То есть у вас все равно будет ощущение, что вы не ценны. Вот. А у вас в прошлом есть драматический опыт того, что вас бросил парень. Вот. Я, правда, не очень понял хронологию. То есть, ну, вот вы пишете, значит, худела в жизни дорада, первый раз легко на нервной почве парень бросил. То есть вы похудели после того, как вас бросил парень. Это была ваша реакция на боль. Ну, вероятно, сейчас вы боитесь боли и идите. Скинула 10 за 2 месяца, вес держалась 3 года, пока не забеременела. Набрала 20 кг, затем здравствуй, их 1 год на вареном, на банном, на бесплатково. У дочери был диат. Страшно, я почти ничего не ел. Не очень понятно, с чем это связано. Похоже, вы фиксируетесь на еде. То есть вы как-то вот даже ну, своему ребенку, похоже, можете навредить. Я не очень понимаю, из-за чего вы пытались похудеть, когда были беременны. Пытались худеть, когда были беременны, я так понял. Вот. Или, опять же, я что-то неверно понял. Вот. Стало опять 60 кг, потом сыном забеременела, и за полгода вернулись на 20 кг, сбросил до 75, держалась 4 года вес, уже 2 года растерка, ничего не делаю, начинаю тут заканчиваю. По сути, я полный уже 8 лет, ничего не меняю. Почему же моя проблема, как бы это саботировать, объясните, пожалуйста. Вам, я бы сказал, именно общее объяснение мало что дадут, потому что, как бы это все общее. Но смотреть, на мой взгляд, все-таки, ну, вашу историю, а не так вот просто давать какие-то общие ответы, мне кажется, что достойны вы, ну, большего, да, вот, поэтому я бы не стал, наверное, делать такой акцент на объяснениях, вот. Мне кажется, что, ну, есть у вас достаточное количество боли, например, вот. Есть у вас достаточное количество переживаний, да, определенных. Ну, например, тревожность, возможно, есть.
например, есть неудовлетворенность какая-то жизнью, ну, вашей. И вы как-то с этим, ну, боретесь. И если вы, вот многие, если не все, свои проблемы, да, пытаетесь решить едой, то я не удивлен тому, что, ну, весьма вот, весьма плохо, я бы сказал, вы себя знаете. Весьма худо вы себя знаете. Вот. Весьма поверхностно вы себя знаете. Вот. Как бы это, ну, грустная правда в данном случае. Как мне кажется. Вот. Ну, нужна мотивация. Нужна мотивация. Понимаете, какая штука. Серьезная мотивация. Пока что этой мотивации у вас в принципе нет. Вот. И, на мой взгляд, она, ну, не появится, пока вы не научитесь вот, ну, быть более, более чувствительной, вот, к себе. Вот. И пока вы не будете, ну, лучше себя чувствовать, да, пока вы не будете лучше к себе относиться, ну, грубо говоря, грубо говоря. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что это было вам интересно. Вот, как у вас вопрос с самобичеванием, да? Как бы, вот, и как у вас вопрос с ценностью в жизни обстоит. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!